Мам, ну мне же еще не пора, ну. Ну хорошо, только давай ты мне потом за это купишь шоколадку. Да, легко сказать «женись». На ком? На Лене со двора. Так она пьет. На Катьке? Кей, 18 нет. Хотя дети уже имеются. На Елене Павловне? Не, ну человек она хороший, но брать даму сразу с внуками это слишком. Господи, ну девушки, это же сложно. Где их вообще искать? Я даже не знаю, где у них респаун. Ну разве что через интернет. Алло, мам? Девушка с интернета подходит? Кто тут находится рядом, чтобы далеко не бегать? О, приличная спортсменка, комсомолка. Стоп, комсомола ж нет. Елена Павловна, и тут вы. О, ну вот вроде ничего такая, подходит. С чего бы начать? С легкого приветствия или сразу проявить свои сильные стороны? Ну-ка спрошу, может ли она решить логарифмическое уравнение третьего порядка? Опа, не может. Первое совпадение, ведь я тоже не могу. А у нас много общего. Может она еще и любит валяться целыми днями на диване и ничего не делать? Да, вот это космическое совпадение. Ну все, если смеется, значит точно запала. Можно звать гулять. Конечно, согласна. Только этого и ждала. Нужно быстренько собраться и идти навстречу судьбе. Так, что я знаю о свиданиях? Нужно вести себя естественно, позитивно и самое главное правило – застегнуть ширинку. Ну все, готов. Алло, я выхожу уже, да. Может сходить в туалет или уже в кафе? Тут безопаснее. Теперь точно готов. Стратегическая проверка во избежание позора. Ну погнали. Твою мать, что со штанами? Да-да, я уже в такси, я в такси уже. Алло, мам, ну все, девушку нашу. Я взрослый человек и могу о себе позаботиться. Друзья, всем привет! Если вам понравился ролик, не забывайте ставить лайк, а также обязательно подписывайтесь на канал. Всем спасибо, пока!